Ну что, здравствуйте, дорогие товарищи. Как-то неожиданно получилось с сессией. И я сейчас буду присоединяться к товарищу Рейвену, а может быть, там и присоединится товарищ Хикс. Играл когда-то давным-давно, а может и не играл, я уже не помню. Короче, какая-то фигня. Попробуем чего-нибудь там. Так, столько классов. Так, кто мне звонит? Алейкум ассалям. Здорово. Так, тут Хикс тоже что-то пытается судорожно накачать. Да. Ну, блять, он ее только поставил, поэтому только через полчаса. А может, я тогда уже иду. Ну да, короче. Ладно, разберемся. Нефиг там это самое выеживаться. В смысле, бля, я нахожусь в другом меню. Так, что происходит? Кто тут во что играл? Я вообще первый раз запустил игру, блядь. Та же самая хуйня. Ну я тут что-то настрелял в какое-то время, смотрю. Смотри, у него две циферки есть, две берсеркер, блядь. Нихуя себе первый раз запустил. Пиздобол он, блядь. Это я прошел обучалку, блядь, и сыграл одну катку с пацанами, выиграли, все. Тут, блядь, есть обучалка. До чего дошел прогресс? Да пиздец, блядь. Не, я просто что-то понять не могу. Типа, есть уйти из группы, а вот, блядь, чтобы непосредственно играть-то, блядь, где начать-то? Может, обзор игр, выживание, не знаю, там, черт его знает, блин. Кто тут хозяин группы? Лёх, блядь, ты выставляешь нас дебилами перед человеком. Это хуйня. Нормально. Чёрт, я тут кликаю через все, я тоже ни хрена не нахожу. Не, ну просто реально, вот я создать игру. Воздушное судно еженедельное. Открытое разрешение. Все. Начать? Нету. Ну, подключение к серверу предметов, что это за... Ай. Длина 7 волн, блядь. Ну давай, вроде как в правильном направлении двигаешься, нет? О, что это было? Что ты сделал? Что за магия? Я не знаю. Кнопку, блядь, нашел, видимо. Там, я хуй знаю. Сейчас посмотрим. Надо победить их всех. Господи. Бля, ну 7 волн, конечно. Чё-то я слишком размахнулся, по-моему. Чё-то ты очкуешь, да? Я конкретно очкую. Да хрен с ним. Тут какие-то штуки предлагает. Непонятно, что происходит. Лопата. Я только что из Dark Tide, там тоже лопата с самого начала. О, ты играешь в Dark Tide? Кон написал, типа, давайте признавайтесь, кто играет в Dark Tide. Проверим боезапас, выходите! Блин, как в это играть-то? Что, блядь, происходит? Иман, давай не говори, я знаю, что ты, блядь, играл, у тебя 13 уровень жизни, блядь. Да я, блин, играл в определенный момент жизни. Что делать надо? Куда бежать? Его. Что по мне стреляют? Куда бежать? Что происходит, блять?
Что за режим ты выбрал? Выживание. Что, блять, нахуй такое? По нему надо стрелять, я не могу понять, надо, или не надо, блядь. У него, видишь, шкала вон на пиар сверху. Ну, блин, у нас только пистолет. Что там? Ложкой убивать босса? Я упал, кажется. Или я умер, все, пиздец. Всё, ты не знаю, что происходит, блядь. Вы ведь уже при смерти, разве нет? Ой, да. А ты где? А ты где-то там наверху уровень? Нашел патроны! Обожаю говорить о плазме. Вам интересно? Хотите стать частью электрической? Консинатор наносит первый удар! Эй, не надо за мной бегать. Секунду, заряжаю. Эй. Как человеческое тело? Так, блин. Прогресс не стоит. Что она сделала? Что, блядь, нахуй происходит в этой игре? Мясо. Слушайте, это игра из далеких 2004 годов, по-моему. Она была модом то ли для первого Unreal Tournament, то ли для второго Unreal Tournament. Если я правильно понимаю. И, собственно, оттуда весь этот геймдизайн и вышел. То, что они тут... Мне поэтому она так не очень нравится. Не нравится, потому что она такая. Весь этот геймдизайн, который здесь придуман, он такой волнами и уже вообще не берется. Пример, мрачная тема. Мясо. Пример то, что было придумано после, как бы. Особенно... Мясо, это тебе Dark Tide надо скачать, блядь. Ну или Vermin Tide. Dark Tide это новое мясо. А это старое мясо. Да. Под графон из 2007-го, блядь. Да. Ну, может, не 2007-й, но... 15 какой-нибудь. 16. Именно второй. Что произошло вообще? Что-то за выбор? Что ты выбрал вообще? Я, бля, хуй знаю, блядь. Что это такое, блядь? Что это за хуйня вылезла? Спешка босса, убери этот режим. Надо победить их всех, блядь. Кого у всех? Там только один был. Ну тут написано. Что, блядь? А, чё происходит? А, Рейвен... А почему Рейвен просто решил, ну их нахуй. Выпилился к черту, да. Не, я здесь, вы чё? Ну ты здесь, но ты не там. Ты не с нами, братан, блядь. А я чё? Я ничего. Я ничего. Он пошёл Dark Tide, блядь, скачать, я уверен. Бля, я его уже на этот Dark Tide уламываю. Сколько я лёг тебя уламываю, блядь? Хуй знает, блядь, очень долго. Месяца полтора, наверное. Ну вот как он, блядь, по-моему, релизнулся, нахуй, так я ему мозг капаю, блядь. Где тут в этой игре, блин, выбор? Это скажи спасибо, что я тебя на Outlast Trials, блядь, на мозги не капаю, блядь. Нет, туда ты мне не будешь капать. А чё она? Как она? А мне нравится. Опять. Мы вдвоем? Что происходит? Ёкарный бабай. Не, опять понимаешь, какая-то хрень. Если просто ты, грубо говоря, играл в первый Outlast и во второй Outlast, то третьим ты просто портишь себе всю картину вселенной. Ну, я бы так не сказал. Блять, ну, Сань. Так, серьёзно. Может, с третьего как раз начинать надо? Испортил, а потом правильно. Что это нахуй такое, блядь? По-моему, тут самая главная фишка, это надо мочить эту тварь. В игре уже? Да-да, нахер. Ай, выход. Сдохни, тварь. Ай, не бей меня, пожалуйста. Я ушел, идите нахер. Да я вижу, блядь, что ты ушел. У меня игры даже нет. Беги, блядь.
Так, режим игры. Так, что там у нас задача? Нахрен задача. Написали, что здесь хреновая. Обычная давайте. Отчаянная карта. Приют Эшу, допустим. Создать группу. Рейвен, давай-ка присоединяйся ко мне. У меня, короче, здесь полная жесть. А ты где-то уже там? У меня вообще игра повисла, блядь. А, ну так убей и зайди заново. Я проиграл. Я даже диспетчер вызвать. Не, диспетчер вызвать могу. Я даже кого-то убил, блядь. Нихуя себе. Но он мне ее не открывает, нихуя. Так, сейчас мне нужно срочно найти человека, с которым мы играли предыдущую игру. Это значит... Сталкера, что ли? Нет. Графор Лайка. Да. Мне уже пришло. Угу. Так, что это? Что за херотень? Что за херотень, да. Да убей ты эту игру и... Что там? Убил? Она у меня даже не закрывается, блядь. Так... Это диспетчер задач, все дела, нет? Нет, я ж тебе говорю, я его открываю, а он у меня не высвечивается. А, ничего себе. Игра убила мой комп, блядь. Вот, блин, пригласил поиграть. Я когда первый раз ее запустил, она мне Steam выбила, нахуй. Пришлось принудительно его закрыть. Так, получить опыт выживальщик. А в окей, выживальщик, кто там? Блин. Мне как раз 13 уровень этого выживальщика. Мне невыгодно его качать. Ладно. Нормально все. Главное меню. Создать матч. Приют Эшвуда. Выживание. Все. Играть по сети. Сейчас. То есть, получается, создаешь группу, а потом создаешь матч. Ну, или он ищет уже какой-то матч, в котором достаточно людей. Ну, или слишком недостаточно. Сложная, слишком сложная система. Да нет. Хотя, похуй. Я, наверное, готов. Что там еще? Погнали. Все равно тут все. Я помнится, включил какой-то режим. И вдвоем играли. Игра тупо спавнила этих ботов настолько много, что уже где-то на второй или на третьей волне приходилось лопатами валить. Потому что. Ну тут нормально. Ой, бля, они. Ой, ясно. Потому что кто-то настроил эти волны так, что ну, не рассчитано. Они как в GTFO там определенное. Блять, ты нахуй кто такой? Определенное количество этих самых монстров прописано в генерацию волн. Я так понимаю это. Ну, как я понимаю этот концепт. И хоть ты там стой, хоть падай, пока они не пройдут, ничего не случится. То есть. Пусть ты твое внимание привлек, а? То есть никакого режиссера, как в этом Left 4 Dead, там что-то в этом роде тут нету. Тут. Понятно. Короче. Один выстрел, один труп! Остинатор наносит первый удар!
было открыть вам кабину торговли. Вот, патроны закончились. Хотя ладно. Они не закончились, просто хотелось попробовать, блять. Я надеюсь, здесь нет friendly fire. Черт его знает. Не, friendly fire здесь нет. То есть здесь можно, блять, перезарядить нож? Да. Как дела, банда? Бежим к этой самой. Твоя жизнь теперь не станет прежней. Хорошо, что это не моя кровь. Да. Блин, после Верментида и Дарктайда тут любая милишка кажется, ну, хочется блоки ставить, там все эти дела, но столько естественно воспринимается. Так, во-первых, патроны. Патроны здесь. Что, блядь, происходит? Что это такое, нахуй? Это система покупки. Да, Санёк, теперь твоя жизнь не станет прежней. Где патроны? Где патроны? Чёрт побери. О, 2 9-миллиметровых, две руки, нормальные. Патроны подсвечиваются зеленым таким маркером на площадке, когда играешь. Мне кабину отключать нужно. А тебе надо кабину отключать. Дим, кинь приглас, Дим. Сейчас, подожди. За дело, друзья мои. Па-п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 а. Есть контакт. Я себе, блядь. Так. Это обычная сложность. Блин, парная стрельба ужасна. Да, просто отвратительно, блядь. Блять, как их вас много нахуй, а? Вот тебе на первое. Это было весело, но очень быстро, нахуй. Патроны закончились моментально, нахуй. Да. А тут еще, наверное, пол волны. Попадание значит денежки. Лопаты. У меня еще и второе оружие есть, поэтому нормально. Все, патронов нету, отлично. Слева. Еще 14, нахуй. 10. 9. Блин, жердяй. Блять. Все, патроны пиздец. Да блин. Его чё делать, да? Почему ты не умираешь, тварь? Он жирный. Безупречно. Кабина снова открыта. Пополняйте запасы. В тот раз никто не погиб. Чудесно. Это всего лишь я, или тут плохо видно? Ну, вообще говорят, что оно очень отличное от Killing Floor 2, что как-то несколько то ли испортили, то ли как-то так. Ну и по общему, общей стилистике такое цирк Шапито. Сюда опять идут мутанты. Как говорится, собирайте вещи. Алло, вы со мной? Да. Спасибо. Хочешь лечиться? Стой спокойно, черт подери. Давай уже. Добрый день. Ну заходите что? Заходите за своими орудиями труда. Да. Держись. Ставил новый магазин. Что происходит? Так. Но у меня чувак, судя по всему, это. Не стоит все. Мне никогда не нравился вид крови. Кого хочет?
сдохла. Это мы исправим. Слоумо. Блять, я упал куда-то. Так ведь говорят. Нормально все. Тут что-то невидимое раздюхивает. Бля. Блин, да что ж тут такое? Бля. Я же обычную сложность поставил. Хоть какое-то уважение. Должно быть. Непонятно, где мы. Ведьма, сука. Ай, блять. Тут потерялся. Бля, патроны здесь, конечно, да, уходят на дорогу. О, люди рядом. То какие-то невидимки, блять. О, да, здесь актив. ТЛД тоже есть. Пора затыкать уши, сирена! Зона безопасна, но она чуть не стала опасной. Чего, блять? Блестящий. По данным системы, вы стали лучшим игроком. Я вообще нихуя не понимаю, блять. Че тут понимать? Берешь шашку и рубишь. Да, это реально, ты знаешь, это чисто, короче, Left 4 Dead со смесью Serious Sam, блядь. Знаете, что любят мутанты? Поврежденную броню. Чините ее. А какие вы, да? Как новенький, класс. Кто я, типа, берсеркер там? Мне нужно, наверное, с каким-нибудь... Нет, давайте я калашников куплю. Калящ. Так, лопата. Ага. Вы деньги заработали, а теперь время тратите, почти блядь. Истекло. Скорее. Так, а подожди, где там был? А, я все продал. Бля, а что, дверей нету? Ёбаный свет. На бэшечку, по-моему. Приближаются еще мутанты. За дело, друзья мои. Пора бы подзаработать, а то скоро кофе закончим. Эй. Ой, блядь. Так, меня сейчас убьют нахрен. Бля, зажали нахуй. Откуда у вас столько много красивых? О, хорошо. На Q лечиться, да? На Q, да. Мое внимание привлек, а? Уходим. Ой, извини. Сзади. Да блин, откуда вы спавнитесь? Мне пизда. Вот тебе на первое. А капсан. Чтоб яйца, сволочь, стой! Да блин, он бежит как инвалид. Пора и поработать. Остинатор наносит первый удар. Так лучше. Блин. Есть еще. Мне бы не помешало. Ну все, походу. Секунду, заряжаю. Пусть твое внимание, а? Слон монет.
Вы так технично, короче, съебались, оставили меня в толпе, блин. В смысле съебались? Нам пришлось. Секунду, заряжаю. Но узнаешь меня? Блядь. Что это за Ван Дам тут такой? Почему ты до меня доебался? Отойди, пожалуйста, блядь. А это потому, что ты в красном, блядь. Кабина уже открыта. Славно. Надо было коричневые штанцы одевать. Это чувак, лишь посечет. Мы прекрасно справляемся, команда. Следите за тем, что я делаю, ладно? Блядь, а во магазин выебись. Блин, еще бежать до этого магазина, да. Но нельзя терять бдительность. Пиздец, мы пока добежим, время закончится, нахуй. А у меня денег нет, нихуя. Вы чё, блядь, стебётесь надо мной, что ли, сука? Вот такая вот игра. Нравится, когда вас на куски рвут? Это пизда. Ты у меня с катаной, блядь, ходить? Ааа, чё мне купить-то, ё-моё. Вы вот в натуре, вы вот такие сволочи, блядь, вы меня просто... В смысле сволочи? Да вы кинули меня, блядь. Да не... Теперь у меня бабок нет, нихуя, мне придется ходить со стволом и с катаной, блядь. Слушай, там просто сваливать надо было, потому что иначе бы нас нахрен убили бы. Вот так война и проебывается, блядь. Обеспечьте безопасность в зоне. Блядь, а нижнюю дверь чуть не запилили. Представление может начаться в любой момент. Держать позиции. А, блин, я на Q по привычке нажимаю, там это, вместо этого потратил лечилку. Ой, блядь, ой, кто-то где-то жирный где-то бежит, блядь. Что это за хуйня интересная, блядь? Хватит о деньгах, пока я снова не разбогател. Ой, это хуйня лечит, блядь, нихуя себе. А их атакует? Не, нихуя, по-моему, не атакует, блядь. Тебе на первое. Но их еще очень много. Ебать, 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 ебать. У моего АК есть все примочки. Блядь. У нас сирена. Охуеть, они жирные, но. А, не, убивает все-таки, блядь. Кто? Кого убивает? Бля, я сожрат нахуй. Сожрали тебя? Черт. Вроде я как-то смог. Это хорошо. Иду по фиолетовой. Сука, сука, жирные, блядь. Вы где, мать твою? Это бегу, бегу. Блин, они прямо из... Из воздуха спавнится. Это якорный бавай. Черт, я не туда зашел. Обидно. Саньку тоже пизда. Блять, что происходит нахуй? Лечись, блять. Беги! Беги, сука, беги! Да, Саня, паршиво выглядишь, что не так. Ай, черт, мне сейчас. Покуцать хочется. Саня, сзади, Саня. Ай, блин. Справа, Саня, справа. Ну вы что, издеваетесь, что? Вся пизда. Какая... А что, блядь, происходит, нахуй, не пойму. Это всякая херня прёт на ваш... На нас. Надо было кота набрать. Черт. Да нихуя она не помогает. Ну просто я не понимаю, как это играть. Какая разница между этими. Ладно. Не, ну игрушка веселая. Нахуй друг друга можно послать, будь здоров. Так. Че там? Мне вот интересно, вроде бы, блядь, игра-то, сука, старая. Где FPS, блядь, нахуй?
Куда мы FPS спиздили? А сколько? Сколько дают? Почему-то 60. 60 кадров тебе. Ну так а что больше надо? Да охуеть можно, 60 кадров. Когда я последний раз в 60 кадров что-то играл, блядь? Я тебе говорю, игрушка старая, но ее до сих пор это спонсируют. Потому что находятся такие долби, которые до сих пор в нее играют, блядь. Да там постоянно выпускают эти дополнения со всякими премиумными пушками, и они прям вместо того, чтобы нормально Killing Floor 3 делать, они видимо доят корову до последнего. Не, ну они, видать, там, может быть, и делают ее. Просто как факт того, то, что это тоже спонсирует. Людей-то надо разгонять на новый King Floor. Ну, так они уже столько лет работают над этой игрой. Там уже чё под 200 будет? Баксов, по-моему, весь этот DLC-шный контент. Что больше бесит, это то, что близко. Она... Пиздец, какая это. Какая? Что, узнаешь меня теперь? Сейчас, подожди, соображу. Давай сюда, Рейвен, уже что там? Славно сработано. Скоро мы снова откроем кабину торговца. 4 патрона. За себя и за Сашку. Блин, сам себя за. Давай уже, иди. А все равно надо убивать здесь еще 11, иначе торговца не откроет. Ну это да. Волна 11. Че мы, куда мы бежим, кстати? Действительно, а вон на ней идут. Ну давайте, здравствуйте. А теперь отвали! Ну что, 4 патрона потратились не зря. Голову с плеч. Еще четверо. Лезвие от газонокосилки. Так, как говорится, достал нож, режь. Безупречно. Кабина снова открыта. Пополняйте запасы. Как там американцы говорят? Вы в тот раз были самым ценным игроком. Ты бы еще времени больше давала, сучка, чтобы до магазина добежать. Да у тебя денег все равно нет, а хуй ты покупать собрался. Нихуя себе, дробаш, блядь. Ну, хотя бы. Якорный бабай. Что такое? Допустим. Не, подождите. Мне нужны патроны. Так, как тут было бросать. О, бабло. Спасибо. Это очень кстати. Кому деньги нужны? Я тебя накидал бабла. Поспешите. Приближаются мутанты. То есть остатки можно скидывать. На Б, по-моему, или на что-то, но. Не знаю, смотрите у себя.
Я, по-моему, когда-то перераспределял кнопки. Ну да, вот, на Б. Задело, друзья мои. Ага. Ну вот, как в этом Back for Blood немножко. Или они стырили эту систему, или что-то в этом роде. Ну, это, скорее всего, БФБ спиздили. Ну да, как-то так. Что это? Сзади? Я, да. Блять, ты откуда нахуй взялся, а? Ебать вас здесь нахуй, а? Так вот. А это же за киборг-убийца. Блять, кто нахуй такой, блять, летающий? Идите к указанной кабине и пополняйте запасы. Заходите в меня, кабину уже открыт. Прошел плодотворно. Atomic Heart вспоминается с этой Элеонорой. Войди в меня. А, давай разведем грязь. Помести в меня свой полимер. Положи свои грязные бумажки. Знаете что? Я почти... Рада, что вы вернулись. Кровью тут ничего не запачкаете. Ой, блин, еще кровью не запачкать. Блин, нас... Че у меня так мало бабла? Потому что хуёво всем стреляли, блядь. Бесит. Так, кому тут бабла кинуть? Все живы! Я в полном порядке. Я буду надеяться, что мне хватит. Ну вот, подберите. Спасибо. Да, чё, блядь, 53 бакса тут. Ну, кому-то больше, кому-то меньше. Пусть хоть кто-нибудь из нас. А то я с пистолетом до сих пор. Я тоже с пистолетом до сих пор. Мне норм. Перерыв окончен. Пора за работу. На подходе еще мутанты. Перерыв, говорит, закончен. Бесполезно. Не понравилось? Попадание, значит, денежки. Да, блядь. Один достаешь меня теперь? Они же натурально исчезают, они просто невидимыми становятся. А, сзади пошли. Блять, ёбаные невидимки, а. Вот нету тут удара прикладом, да? Пиздец. Чего они так на двери съели? Только щиток сверху снимем. А, есть. На вышечку. Можно отбиться. Надо на F поставить. Потому что фонарик тут пока что нахуй не нужен. Вот он, блядь, Дарктайд. Просто ножом хуяришь, блядь, всех. Сейчас сдохну, правда, скорее всего. Вот тебе на первое. Ага, блок. Отбился. Блять, как вас дохуя, а? Не говори. Я сдох, все. Пиздец, блять. Какая-то жесть просто происходит.
Ой, что это за... А, блин, кто здесь? Черт побери. Давай, я мелочь, буду заниматься. Это мы исправим. Так, кто же? Блин, так хочется на shift отскакивать. Черт. Ох, эти привычки. Нет, это слишком потная хуйня вообще. И работайте лучше. Команда, следите за тем, что я делаю, ладно? Я, конечно, люблю похвастаться, но нельзя терять бдительность, верно? Fire Team, вот если честно, блять, по-моему, да блядь, чё это хуйни. У некоторых отсутствует вкус. Мерзко. Как дела, банда? Легче. Да. Если честно, мне хрен. Ну, это Alliance Fire Team, да? Да, да, да. Вы деньги заработали, а теперь тратьте. А теперь тратьте. Так. Ладно, дайте мне этот. За ну, пистолет. Потому что реально, если вот так вот разобраться, по факту, блядь, здесь волны, они, во-первых, непредсказуемые. И мало того непредсказуемые, еще и враги как-то херачатся так, то что вроде и легкие. Ну да. А потом сразу просто какое-то мясо выходит и все, и пиздец. Не хочу. Целая куча. У меня очко жим-жим, блядь. Сверху. Что там так? Кто это? Со всех дыр, блин, полезли. Мне кажется, оно изначально рассчитано на то, что у тебя полная партия на 6 человек. И тогда все это работает как надо. Так. Так, тут, блин, кто-то бегает. Ай, черт побери. Когда у тебя меньше людей, то, собственно, какая-то потятина пошла. Мясо, 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 просто мясо. Да. Мясо, мясо, где моя лопата? Блин, я перезаряжаться не успеваю. Да, вот в этом вот большой, блядь, минус. Пока дышу. Еще уши! Ах, не больно! Осторожно! Ты вроде, грубо говоря, отстрелялся. Особенно вот дробовик же вообще пить. Так, 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 блин. Кто здесь? Кто все эти люди? Отвали от меня. Что я тебе сделал? Это последний монстр. Фух. Идите в указанной кабине и пополняйте запасы. Сейчас, блин, бабла не будет за то, что меня убили. Да, да, я, кстати, занял. Тебя прям убил перед моим выстрелом, блядь. Очень больно без запаса. Суровый мясничес. Возьмите броню, если, конечно, вам не а нет, что-то есть. Но ни хрена нету. Блин. Как там бабки, говоришь, перекидывать? Кому деньги нужны? Отлично. На Б. Кому-то деньги надо? Класс! Нать. Если дальше так пойдет, все, что оставалось, отдал. Все, что заработано. Нелегким трудом, да? Не, ну я патроны себе взял. Ага, все, я по нулям. Короче, одна дверь у нас не будет запаяна. Вторая тоже не будет запаянная. Только вот этот скорее. Или эту тоже нельзя запаять. Время почти истекло. Скорее. Давайте что-нибудь. У нас все двери открыты будут, короче. А. Наверное, эта штука дорого стоит. Ну, зато у меня кабина есть бита. Закрыта.
81, блять, ебать. Откуда попрут? Слева. Пора и поработать. Да они походу отовсюду прут. Кепкар набывает. Где он больно ударил, сука? Блин, удар какой-то. Бита бьет. Ай-яй. Какой-то звук странный, честно говоря. Ну, блин, падай нахуй. Ай, я карнавабай. Отвалите от меня. Я не хочу ваш клуб. Ну да. Зажали просто. В мясо. Этот мутант просто... Походу Графора тоже. Да. Давай, Рейвен, ты последняя это... надежда человечества. Блять, еще облили этой хуйней. Так, хуйня закончилась. Не, граф живой. Счастье это. Так ведь говорят. Да ебать, он ебёт, конечно, а. Этот мутант просто взбесился. Заряжаю. Чёрт. Держись! Ставил новый магазин. Иди-ка ты на мороз, дружок. Когда ж ты сдохнешь-то, блядь? А, как ты, спаситель? Сблизившись, мясники будут вас колотить. Да ладно. А, знаете, говорит, как выжить на поле боя. А то, что, сука, еще три волны, блядь. О, у нас уже два человека присоединилось. Внезапно. Вы их знаете? Нет. Ну ладно. Купите броню. Купите броню. Эллен. Очки надо. А так, блядь, Дред, у тебя, да, бабок нет? Наличка, друзья. Да не, вроде, да. Ну, спасибо, все равно. Если дальше так пойдет, открою банк. Так, броник. Поспешите. Мутанты. Ладно, все. Я заправлен. Кому-то деньги надо? Ладно. Бабло кому-то отдал. Приближаются еще мутанты. За дело, друзья мои. Пойдемте. Троица, какая вот троица? Примите. Заперли как следует. Кого там уже подстреляли? Или это что за... А жопу никто там не прикрывает, блядь, на всякий случай? Да я там сзади. А что тут прикрываю? А вот. Но все равно они из каких-то непонятных дырок лезут. Ну их, наверное, тоже когда-то мама рожала, блядь. Или кто? Кто там их мог рожать? Полученное достижение мертвой тишины. Оп, я на. Эй, что это за? Отбивайся, бей, постить, черт тебя дери!
Бля. Блин. Как дома путник. Заходите в магазин и улучшайте снаряжение. Одна треть зарплаты ушла на пополнение боеприпасов. Так. Че взять-то, блин? Знаете что? Не Я знаю. Почти удивлен, что вы еще живы. Да ладно. А, ну это да, это мы тоже вам. Так, у меня 400 я, баксов, я отдаю кому-нибудь. Но нельзя вот, терять бдительность, верно? Давай, на. Нет, держи. Это снайперка. Спасибо. Получается, да? Это всегда кстати. Возьми что-нибудь там красивое, мощное. Вот увидите, светопредставление может начаться. Что такое распылитель? Да? Хорошо. Я вот-вот закрою кабину. Вот тебе! Тут даже я какой-то... Я ничего не могу нормальное взять. Перерыв окончен. Пора даже... заработать. На подходе еще мутанты. Он мне просто не давал, бля, музыкальное сопровождение здесь охуенно. Бля, валить ведьму. Пиздец. Подъем в фойе? Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Что гранаты эти делают? Надеюсь, они их очень сильно и нехорошо. Ничего не слышу.
Там чувак, пару чуваков было. Попадание, значит, денежки. Если они, правда, выжили. Но непонятно. О, блин. Блин, 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 блин. Осторожней, сирена! Один выстрелит труп! Он где? Эй, кости, не подумай, тебя дери! Эй, мутанты, там гости идут! Назад! Уходим, уходим из комнаты, уходим, блядь, дожму сейчас нахуй. Там их всего осталось трое. Вот, блин, сейчас... О, хорошо. Не стреляем по одному. А вот двое осталось, это жирных этих. В голову. Вложите деньги в снаряжение. Так, куда бежать? Здрасте, господин Тостасу. Не забудьте свои деньги вложить. Ага, сейчас как положим. Ненавижу, когда все затихает. Становлюсь дёрганым. Нихуя 3000, блядь. Сейчас босс будет, наверное, последняя волна. Хотя я не уверен. Ну, скорее всего. Троица становится ближе. А, блин. Блядь, а чё магазин так далеко, ёбаный урод. Пиздец, он. Короче, 30 секунд осталось, блядь, пока добежал, нахуй. Походу, это фишек от Counter-Strike, типа, там же 30 секунд. Вот они и ставят этот ящик как можно дальше. Блядь, я вообще ничего нормального взять не могу. У меня все красное. О, у меня какой-то ППшка внезапно. Типа вест. Время почти истекло. Скорее. Держись! Ставил новый магазин. Блин, а? Блин, да я же... Кабина закрыта. Бесит. Пойдите, отличитесь. Босс. Босс. Сука, босс. Я вас уничтожу. Будет простая проверка моего костюма. Бля, а что за доктор Трайгер нахуй из Outlast, блядь? Никого, то, чего я не вижу, я не смогу убить. Я его попробую заморозить, короче. И он нихуя не замораживает, ладно. Еще обычные монстры, но вы это откуда беретесь, блять? А что это, откуда это? Ни хрена не вижу. Хорошо. Блин, одного у нас ёбнули. Вроде как только отвернулся, уже они откуда-то поналетели эти. Спину надо стрелять, там этот баллон, судя по всему. У него и на груди там хуйня такая, так что. Я даже не могу определить, какая стилистика у этого. Бля, нихуя не вижу, блядь. Слишком все яркое. Я уже откис, нахуй. Что? Что, узнаешь меня теперь? Он
Он, короче, когда кого-то ловит, видишь, он пополняет здоровье. А, да. Ядрит Мадрид. А, бля, меня положили, сука. Тут же еще непонятно, как уворачиваться от них. То есть они в любом случае быстрее тебя. Ну да. Хуярит, блядь, пиздец. Сколько крови! Я думал, сюда пришлют лучше. Обидненько. Не буду врать, хрюшки. По-моему, вы все скучноватые. А теперь дохлые. Я еще и боевик. Угу. То есть еще в зависимости от того, каким пользуешься оружием, тебя начисляет уровень других. Давайте еще одну, если... за X. Так, мне надо отойти в туалет. Как ты вовремя? Да. Терпи. Да я уже не могу. Будь настоящим блогером. Писайся под себя. Бутылочку. Да. Ай, какая хрень. Что-то у нас слишком дохуя стало, нет? Ну, видимо, поднабралось за... из таких же новичков. Не факт, что новички. Просто класс взяли, которые не ездили. Ну, в том числе, да. Ой, что за хрень мне дали? Как будто не сначала. А это что такое? Ой. Вроде первая волна, а я уже с огнеметом каким-то не начал. А, потому что я поджигателя выбрал. Ну да. Гори, гори, ясно, чтобы не погасло. Бля, лопата почти в пищу. Что? Лопата. Жарься, хрень! Прям крошит, будь здоров.
Здорово, блять. Угу. Такая штука. Коня на скаку остановит, горячую избу войдет. Ты чё, дред, пишешь? Чё пишу? Да ты краса с лесвий! Пидос. А, да. Ебай лопатой жирного вообще на раз-два убил, ма. А чё, последнюю катку не записывать? Вычеркнуть? Или вообще? Да не, я просто спрашиваю. Ну да, я, в общем-то, когда-то хотел, в кои-то веки хотел на Killing Floor записать что-нибудь. Вот. И тут, здрасте, и тут, да, здрасте, да. Раз оно само в руки бежит. Вы деньги заработали, а теперь тратьте. А теперь тратьте. Шопинг. Мужской шопинг. Суровый и беспощадный. Здесь настоящий бой. Сюда опять идут мутанты. Как говорится, собирайте вещи. Замуровали. Костя сказал и сделал. Двери никто заварить не хочет. Я никогда не нравился ни крови. Тут прям. Я вот-вот закрою кабину. Следить надо за тем, чтобы оно все было. Что это за нож пожарного? Задело, друзья мои. О, там патрончики, если кому не хватило. Ну, блядь. Ага, сзади, блядь. Пацаны съебались вперед. Ну и ладно. Ну, видимо, им стало скучно, они решили немножко не выжидать, пока к ним придут. Да, удар нужно точно перенести на F. Бегаешь по разным всем этим играм и какой-то дрим настройку клавиатуры. От халфы пошло, что на F это фонарик, потом где-то начали F использовать как граната, использование, блин. Там граната какая-нибудь, да, все что угодно. Надо как-то так привести к единообразию. Там. Как новенький, класс. Один остался, где он был? А вот тоже все. Хуя, мы все еще живы, блядь. Угу. Жаль, что не захватил журнал почитать. Не, ну смотри, кстати, можно убьешь, почти свой весь костяк собрать. А это плохо. Настрой, Хикс 4. Ну и еще там два пацана у меня есть, кто в нее играет. Набрём покрепче. Типа того. Ну вот как-то уже легче пошло, я смотрю. Так. Но это пока. Да, то есть, блядь, чем дальше будет волна, походу, тем жопа. Снова открываем. Угу. Там, вот, чувак, ебать, обратно отчет какой-то хочет уже дать. Ну, это типа, чтобы пропустить время. Знаете, я так понимаю.
Ну, типа он закупился, он готов в дальнейшем трудообороне. Ну, это его проблема, блядь. Он с нами не в Дискорде, поэтому пошел нахуй. Ну да. Логично. Двери замуровали, сами себе выход замуровали, блядь. Нормально. Патрончики. Вот тебе на первое. Вот и они, пора. Меня схватили! Может кто помочь? Да я сам справился. У меня патроны есть. Все бы игры с такой музыкой были. Устал бы. Не, поверь, я бы не устал. Вот увидите, светопредставление может начаться в любой момент. То, что никто не погиб. Всем нравится, что никто не погиб. Так. Гори-гори, ясно. Гори-гори, ясно. Я, конечно, люблю похвастаться. И хилочку. Но нельзя терять бдительность, верно? Снова появились мутанты. Очень скоро кабину придется закрыть. Да-да. Есть, есть. Пора и мне вернуть немного. Так. Жаль, что не захватил журнал. Ведь бедным очень не выгодно. Ладно. Кому там бабло дать? Хватит, да, уже никому. Пока я знаю, время почти да, истекло. Скорее. Ладно, хорошо. Вот-вот. Смотрите, вот мы втроем херачили. Просто патагонка какая-то была. Шесть человек уже какой-то. Все на раз-два. Не, ну бля, мы втроем до седьмой волны дошли. Не, ну мы дошли, но там из разряда такой, блин, где мои патроны? Это да. Там уже развлекается Дред Фикстер. Да, там они через двери ангара. Это идут, как это правильно называть. А, горячо, горячо, конечно, горячо. Гори-гори ясно, конечно, не такая себе хуета. Это что? Ты про что? Воу. Отвали!
Гори к чертям, плод науки! Подрумяним корм! Ну, а где-то еще три человечка, а уже нигде. Да. Как ваш банковский счет поживает? Думаю, он стал жирнее. Угу. Как ты? Экстренное сообщение. Мне это подземелье совсем не нравится. Да, вот теперь ты с баблом напряг. Так, где это Григорий Ясный, иди нахуй. У вас нет гранат. Здесь. Купите. И то эффективнее. Ну, патроны. Так. Кому надо... Кому попла отдать? Да, сейчас спешите. Уже, ладно, чё, стреляться. О, вертолет. Время истекло. Идите убивать мутантов. Угу. Ты посмотри. Круче уже я некуда. Даже не пойду никуда, я где-нибудь здесь стоять буду. А где вы там шляетесь? Ага, я пошутил, вкусно. Я не буду здесь стоять. Вот теперь про. Вот откуда они были? Там даже решетки нет, блядь. О, меня этот пруд. Черт побери, откуда. Где вы шляетесь? А ты где? Да я тут потерялся. Вон вон, да. Мы наверху бежали. Вон, жирный, 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 жирный. Внизу жирный. Да блин, откуда ты вылезла? Счастье это... Так ведь говорят? Маленькая вот жизнь, да. Какой-то воры. Попадание значит денежки. Какие безвкусные фразы вообще. Попадание значит денежки, блин. Вайнлайнеры им Дарья Донцова писала. Да ты падай, блядь. Пора что-то поджарить. Сейчас как рванет. Желтый эскиз. По-моему, тут невидимый. Живей, пости, черт тебя дери! Ох ты ж ебать, а вас кто так захуел? Не понравилось, да? Ну, 6 человечек. Осталось все. О, это. А теперь развали! Прямо в яблочко! То, блять! Куда? Чего? Что за какие-то кулаки у меня, блять, появились, блять. А тут я так заметил, что какое-то случайное патроны. Оружие, походу, периодически прилетает. Вот, ты меня ли? Дробашу. Кому дробаш? Вот дробаш валяется. Где? Вы заработали больше всех. Вон. Нужен, блядь. Пустите меня. Спасибо. Я его продам или что-нибудь сделаю. Привет. Угу. Держись! Ставил новый магазин!
Спасибо матери природе. Погодка класс. Люди, последние покупки. Грибница уже видно врага. Бля, серьезно, гранатомет нахуй. Убить кучу мутантов, заработать, разбогатеть. Опять. А у нас какая волна сейчас будет? Седьмая? Мне кабину отключать нужно. Давай. Хочешь лечиться? Стой спокойно, черт подери. Что-то купил, что непонятно, блин. Гоня тут непонятно куда, только зачем. Не только не на моем дежурстве. Как новенький, класс. Что началось? Кого-то убил, но... Пойдемте где-нибудь запремся. Сзади. Я весь горю. Падаю прям. Гнусного вида мясник, ребята. А эта тварь ко мне прямо воспылала. Угу. Не говори. А, вы не слышите, что я слышу, все равно, ладно. Ну тут говорит, что. Он целая куча. Да, нормально все. Мне просто одного проебал. Я не успел до него добежать, отхилять его. Он куда-то, блядь, съебался. Четыре, блядь, четверо в любом кине жирные остались. А теперь отвали! Ну, трое. Ну, теперь какие-то трое. Еще один где-то шляется. А. Идите в кабину за снаряжением. Вы хорошо действовали в команде. Потрясно. Ну, сейчас босяра будет. Будьте начи. Добрый день. Заходите за своими орудиями туда. Блять, как же далеко они запихивают эти магазины сраные, а? Да, система, что там просто на руке, у тебя, грубо говоря, ближний есть. Я, конечно, люблю похвалы. Сюда опять идут мутанты. Как говорится, собирайте вещи. Секунду, заряжаю. Мы прекрасно справляемся, команда. Следите за тем, что я делаю, ладно? Отличная инвестиция. Поспешите. Приближаются мутанты. Осторожней, заряжаю. Кабина закрыта. Пойдите, отличитесь. Ненавижу, когда все затихает.
Край без босса? Не знаю. Ну, видимо, да. Крайняя волна, да? Потому что не говорят последние. А, 157, да. Ну, походу. Осторожно, невидимые мутанты! В прошлый раз не было счетчика мутантов. Попадание значит денежки. Меня зажали. Да отойди ты нахуй. Я думал, что там выход какой-то. Не говори гоп. А, патронов нет. Окей. Все-таки есть босс. Это просто крайняя волна. Чудесно. Как дела, банда? Странно, в прошлый раз такого не было. Я в полном порядке, спасибо. Ну или не заметили. Может, да нет, там была седьмая волна и сразу босс. Блеск и потрясающая мощь. Ваша броня на части разваливается. Почините. Что-нибудь тяжеленькое интересное здесь есть? Вот тебе! Пожалуй, не откажусь. Ну, а если так вот сделать... Бля, я лопату продал. Время почти истекло. Скорее. Ладно, вроде бы. Держись! Ставил новый магазин. Ага, ну как-то так давайте. Приближаются еще мутанты. За дело, друзья какая-то... мои. Ага. Все, пока, пацаны. Я побежал. А, ты исчез? Да не, я просто от вас съебываюсь. Сами разъебываетесь. Нормально. Да ладно, нормально же сидели. Так, ты отстань от меня.
Подожди. Бля, сейчас же еще мелочи куча полезет. Я слеп! И тут ухвали! Осторожней, дружай! Блядь. Пока дышу. Ну, есть ощущение, что 6 отожранных игроков, которые от первой волны до последней валили. Как-то более успешно валят. Ага, вот, здрасте, блядь. Что он сделал, блядь? Меня положили, блядь. Сейчас. Блять, ему оставалось крапально. Хули он меня-то положил? Жирный гандон. Я как бы неплохо. Ну видишь, не зря умер. Бля, ну не, прикольно. Ну да, если так под настроение, то и локации здесь как бы не там 2-3-4, а у них прям он дохера, блядь. Было бы странно, если бы игрушка стала с какого там, с 15-го года, и там было бы 2-3 локации, блядь. Ага. Это ну, да. Хотел сказать, ну ладно. Вспомнил, что она новая, в принципе. Новая, да? Да не, я про этот, про Fireteam. А. Да, она, походу, и особо больше не будет. То есть они одно дополнение сделали, что-то там одну карту выпустили на второй сезон, скажем так. Не, говорю, вот мы сегодня с Сашкой играли, как бы, блядь, он ее чуть раньше прошел, получается, я ее сегодня... Ну да. И я вот именно ждал какого-то там лора, скажем так, да, там какого-то сюжета в игре, блядь, нормального. Uh-huh. А ты даже с королевой там просто тупо не дерешься, блядь, ты от нее просто съебываешь. Позор. Позор. Ладно, я думаю, что на сегодня я успокоюсь. Бля, ну да, как бы время 3 часа ночи, блядь. Ну да, пора уже закругляться. Ой, да, на работу, блядь. Совершенно точно, да. Ладно, спасибо за игру. Было весело. Обращайся, да. Да. Ладно, все тогда. Выключаюсь. Давай. Давайте спокойной ночи. Давай. Приятных вам. Доброй ночи. Ну что ж сказать про игру-то, в общем-то. Сейчас вернемся. Про игру что сказать. Ну да, ну специфическая игра, волнообразная. Но если 6 человек собирается, то видно, на что ориентировались разработчики. И, собственно, да, если поймать волну настроения, то оно даже неплохо заходит. Но это если поймать. А так... Думаю, что разработчикам нужно срочно заниматься третьей частью Killing Floor.
Хотя, конечно, стилистика вся вот эта вот. Я до сих пор не могу понять, как ее обозначить. Это, наверное, какой-то heavy metal trash концепты, что-то в этом роде. Ну, забавно, конечно. Но шипито то еще. Ладно, на этой доброй ноте я и с вами прощаюсь, дорогие зрители. Лайки, подписки, донаты, комменты, все, что в ваших силах. И на сегодня adios, товарищ. Увидимся в каких-нибудь играх, в этой или в какой-нибудь иной. Все.